Всем привет, друзья! С вами Игрок Адор. Сегодня мы играем GTA 5. Наконец-то сюда вернулся. Но прямо сейчас влепи лайк, потому что мы поедем к Слендерине. Это внучка бабушки Гренни. И мы поедем на такой машине. Давай, снизу нажимай на лайк. Вы это видели? Что он сделал? Друзья, вы, надеюсь, нажали на лайк, потому что с каждым разом будет все интереснее и интереснее. Новые выпуски с новыми персонажами. Сегодня мы поедем на такой машине. У-ху! Это машина времени. Я буду ездить на руле. Руль у меня настроен. И, кстати, погода такая четкая, да? Мне это нравится. Мы поедем на вот эту метку. Говорят, Слендерина живет возле этого озера. Я был в шоке, когда узнал. Сейчас мы туда доберемся, но нам ехать так-то, в принципе, не близко. Поэтому неси чайку, печенек. Мы поедем сейчас без никаких, наверное, происшествий, я надеюсь. Ты чё? В смысле? Что он делает? Очумел, что ли, чувак? Ты чего? Какого лешего? Воу! Вот это жесть была какая-то. Все, валим отсюда. Никто ничего не видел. Я играю на руле. Ну, вы уже, наверное, знаете, потому что я много играл уже на руле, много раз. И руль, в принципе, нормально работает. Это машина времени. И это офигенно. Вау, а что так все четко видно, да? Согласитесь? GTA 5 намного улучшилась. Я не знаю почему. Посмотрите, какая графендрик стала. Вы согласны? Напишите комментарии, что GTA улучшилась или нет. Мне кажется, как будто улучшилась. Но неважно, суть, мы едем на машине времени к Слендерине, чтобы, как бы, посмотреть, где она находится. Ну, казалось бы, да, машина времени, и при чем тут Слендерина? Оу! Вот это было, конечно, слишком тесно. Я надеюсь, что мы доедем без происшествий. Вы слышите, как он ездит вообще? Эта машина времени ездит... Так делает. Вы слышите? Оу, шлякопоу! Ой, извиняюсь. Блин, полиция! Нет, одна звезда. Твою налево. Ладно, быстрее садись. Нам нельзя останавливаться, потому что нас могут поймать. В реальной жизни такое делать нельзя. Камон! Не заводилась машина, очуметь, вы издеваетесь, что ли? У-ху! Машина времени. Оу, шлякопоу! Слышь, чувак, ты чё меня непристойный палец показываешь? Ты сдурел, что ли? Мы... Сейчас приедем к Слен... Блин, полиция, ё-май! Ёшкин кот! Он увидел меня, этот полицейский, сбоку! Твою дивизию! Они специально как будто закрывают путь! Короче, Ты чего, слышь? Полицейский, не дури! Офигели, что ли? А, уже две! У меня две! Блин, капец! Друзья, Слендерина — это внучка Гренни. И мне как можно быстрее нужно ее узнать, потому что она там долго находиться не будет. Так, это что за красные чуваки? Ух ты, ё-моё! Кажется, там у них какая-то база полицейская, да? За мной сразу выехали. Воу! Чё? Как они мне так... Как мне колесо продырявили-то, я не пойму. Жесть какая-то. Надеюсь, я смогу доехать. Давай, чувак. Оу! Чиликопоу! Едем. Чуваки, успокойтесь. Не мешайте мне ехать к Слендерине, пожалуйста. Так, поворачивай. Руль у меня хорошо работает в плане, что он устойчивый, да? И у меня очень дорогой руль, если вы не знали. И капец, как удобно с ним ездить. И, кстати, гонки играть тоже на нем удобно. Что происходит? Ё-моё! Жесть! Это реально жесть! На одном колесе просто невероятно. Выходи. Выходи, выходи, выходи быстрее. Давай, 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 давай. А ну-ка слезли. До свидания. Все, мы взяли тачку. Сейчас мы доберемся. Их тачку. Самих же полицейских. Сколько мне осталось ехать? Слендерина-то ждет нас. Алло, Карл. О, в принципе, по прямой дороге мы очень быстро доедем. Кстати, игра реально улучшилась, да? То есть графика улучшилась. Кажется, то, что я обновил драйвера, и у меня игра улучшилась максимально на лучшую сторону. Все, спокойно едем, спокойно, без происшествий. Блин, там полиция. Никак нереально без происшествий, вот я вам серьезно говорю. Чуваки, двигайтесь, ё-моё. Так, блин, сзади едет,
Ё-мо, а чё он быстрее меня едет? Хотя машины одинаковые. Смотри, что он делает, смотри, что он делает. Слышь, меня слендерина ждет, не мешай мне. А-а-а! Жесть какая-то. Выходи. Давай. И... садись в эту тачку. Чё, блин, нет! Какого фига? А! Чё произошло? Чё происходит? Я просто выбрался. Я не понимаю, что происходит. Ты ж, ё-моё, давай, 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 вали, вали, вали. У меня Майкл переоделся. Крэп. Вот это реально крэп. Слышь, чуваки, хватит бортовать меня, твою налево. Я не для этого взял вашу тачку. О, булущит. Конечно, булущит. Блин, слендерина. Я сделаю так. Ребята, вы меня извините. Ну, до свидания. Ё-моё! Бам! Вау, где это мы? А? Куда мы добрались? О, какие-то чуваки сидят, смотрите, трейлеры. А мне нравятся такие места, не знаю, как вам. Я люблю так подходить к ним, смотреть, что они делают. Ребята, здорово. Как дела? А вот так? А, ну, нормально. Тут такие вот диванчики всегда стоят, очень интересные. Смотрите, трейлер какой-то, диванчик еще один. Вот, Хрюшка, что? Хрюм-хрюм, здорово. Тут у нас трейлер не зайти, да, не спрятаться внутри. Тут у них, смотрите, их домики есть, этих хрюшек. Слушайте, ну очень классный такое местность, да? Прикольная. Что ты там говоришь, слышь, чувак? Как дела? Как дела? Так, сзади у нас тут... Эти те же ребята сюда сели. Ребята, вам что, не... нормально все? Может, хватит сидеть? Алло, Карл! Что? Вот это жесть какая-то. Они решили оттуда прийти сюда посидеть. Ладно. GTA 5. Довольно-таки красная, красивая и красочная игра. Вот согласны со мной? Посмотрите, тут какие-то дома стоят всегда. Такие различные интересные места. То есть мне всегда это нравилось в таких играх. Эй, Пэл. Эй. Пэл? Его зовут Пэл? Я не знаю, что это такое Пэл. Ну да ладно. Так, трейлер такой тоже интересный. А где вообще мы находимся? А, мы в этой местности. Посмотрите, я эту местность не помню и не знаю, как бы, не изучал. Так, тачку заберем сейчас. Нам тачка по-любому нужна. Ну, в смысле, как это без тачки-то? У нас почти сейчас закат будет скоро. Под закат как раз доедем. Так, езжаем. Вот, на таком джипончике. Так, посмотрите, там какое-то красное здание. Блин, к слендерине мы едем реально с какими-то странными, очень жесткими приключениями. Довольно-таки интересными, да? Хочу от первого лица. Давай, сейчас мы поставим с тобой. Вот так вот. Вау, на этом джипчике классно ездить на первого лица. Так, все, едем. А, спокойненько едем, спокойненько, без никаких происшествий, опять же говорю. Подожди. Гонятся, гонятся! У них там погоня, давай, давай, давай! Погоня, погоня, погоня! Так, чувак, чувак, чувак! Подожди, подожди, подожди! А чё, у меня оружия нет, что ли? Карл, подожди, что происходит-то, а? Я пропустил эту погоню, не спрашивайте почему. Наша цель — это слендерина, не забывайте. Что я знаю о слендерине? Слендерина — это настоящие, как бы... Что там происходит? Ё-моё! Они сбили койота! Ребята, вы издеваетесь? Блин! Бедненький койот! Поставьте лайк за койота! А то его жалко реально, друзья. Ну, я думаю, вам тоже жалко. Просто так нечаянно его сбили. А что я знаю о слендерине? Слендерина — это привидение. Что происходит в этом мире? Чё происходит? Я не понимаю. Жесть какая-то, реально. Слендерина — это, получается, настоящее привидение. И мы к ней сейчас доедем. Обязательно. Я вам покажу, где она находится. Уже 2 километра осталось. Так что смотрите до конца. И она настоящий монстр,
и она пугает своим видом. Мы не должны смотреть в ее глаза. Как только мы посмотрим на ее глаза, она завораживает нас, гипнотизирует, и мы становимся частью какого-то монстра, можно сказать, одурманенного монстра, да? То есть нас одурманивает она. Блин, графика классная стала, смотрите, вау. Слушайте, еще не лагает, да, то есть при записи. Это вообще замечательно, как бы. Классно, новые драйвера называются. И Сандрина, это внучка. Внучандрик, внучечонок, внучпердёнок. Гренни. И Грэндпа, конечно же. Они вместе же. Это бабка и детка, получается. Вот, и мы сейчас к ней едем. Она находится на горе. Что характерно, не на самой высокой горе, а возле, получается... Так, подожди, нам нужно сворачивать тут уже потихоньку. Я уже как чую, что... Так, ребята, подождите. Это не так делается, мы сворачиваем. Сейчас по бездорожью мы сейчас накатнем нормально, нормально. Так, поехали. Вот так сможем заехать? Давай, 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 давай. Вау, какой джипончик нормальный. Оу! Оу, щелокопоу! Там поезд едет, надо быстрее сворачивать. Так, куда мы можем сейчас свернуть? Потихоньку свернем вот так. Отлично. Ну все, теперь по бездорожью просто забираемся наверх. Это что за там баран какой-то? А, это баран. Это, получается, кто это? Блин, забыл это слово. Животного, да, название. Вот оно, озеро, мы поехали, почти доехали. Слендерина, давай, 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 давай. Ух ты ж, ёшкин кот. Давай, 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 встань на ноги, пожалуйста. Оу! Что за дичь? Ой, камень еще покатился. Смотри, а джип там вообще мощный. Джип тащит нормально. Мы сейчас сможем доехать прямо на нем. Смотри, 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 смотри. Смотри, смотри, смотри. Давай, 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 чувак, ты сможешь. Нет. Вот, все. Слендерина, видите пятно снизу, где находится озеро? Она там находится, Слендерина. Давай, ты сможешь, чувак, газуй. На руле газуем, на этом джипе. Жесть какая-то. Ну, у нас получается, у нас получается. Потихоньку просто надо ехать. Вот так вот. О, как красиво, как красиво. О, еще закат. Ладно, не будем мучить мы джип. Спускаемся вот так вот. Посмотрите. Какая красота просто. Это просто невероятно. Ух, это невероятно. Все, смотрим Слендерину. Оружие возьмем на всякий случай. Вот оно, озеро. Друзьяшки, мы почти добрались. Мы почти добрались до этого озера. Вот оно, озеро. Где-то тут есть Слендерина. Под закат как раз посмотрим сейчас. Вы видите? Черный силуэт. Подожди. Неужто ли это Слендерина? Кто это? Это Слендерина? Что? Это же темный силуэт. Так. Ё-моё, это Слендерина? Серьезно? Вау, давай подплывем. Очуметь! Мы нашли Слендерину на этом озере! Сленди? Вау! Я в шоке! Настоящая Слендерина стоит на этом озерке! Так, давай выберемся, подожди. Так, зачем? Выбирайся, пожалуйста. Заберись. Отлично. Оружие. Эта Слендерина ничего не чувствует. Пушка. Так. Так. Ух ты! Смотри, она плывет! Что? Что? Вау, друзья! Я в шоке, я думаю, вы тоже. Вы просто гляньте, это настоящая Сленди. Она что-то мерцает, потому что вода, да? Ё-моё! Смотри, смотри! Так. На! Ё-моё! Сленди в шоке! Релоудинг! Оу! Оу! Вау! Невероятный РПГ!
Жесть! Ничего не происходит с ней! Офигеть! Блин, за мной выехали. Слышь, Сандарина, ты, конечно, молодец, но мне придется свалить от тебя, потому что за мной выехала полиция. Я теперь знаю, где живет Сандарина. Она тут находится, в этом озерке, видите, маленьком. Друзьяшки, короче, на этом все. Вы просто посмотрите, какая красота! GTA 5 преобразилась невероятным способом. Какие классные звезды. Но! Еще не конец. Так, Сандарина тут стоит, да? Она же тут должна стоять, да. Она пока стоит тут. Тут есть кое-что интересное. Лафафора. Седай Лафафору. Опа. Опа. Смотрите. Хоп, сели. Наркотики запрещены. Никогда не употребляйте их. Запомните. И мы появляемся. What? Что Stop. За дичь? Oh. Wait. Oh, shit. Какая еще корова? Оу, щелекопу. А я могу с ней сесть в машину? I'm... Я гамбург? Сесть нельзя. Сландарина! Слышь? I used to like steak. Я корова. Now I am steak. А теперь я ж биштекс. How did that happen? Как это произошло? I'm not steak. Сленди! Ё-моё. Жесть. Все, друзьяшки, на этом все. С вами был я, Игорь, который, надеюсь, вам понравился видеоролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. Все, всем удачи. Всем!